В предыдущих сериях Minecraft Story Mode. Говорят, что каждая утрата, каждое испытание. Лукас! И каждая неудача могут пойти на пользу. Когда уходят дорогие друзья, в своем окружении мы находим новых героев. Когда мы предаемся, мы находим силы с ними справиться. И раз уж на наших новоявленных искателей приключений легла задача спасти мир от надвигающейся бури, они спасут вместе самых смелых, самых мудрых. Но поиски последнего, самого скрытного из Ордена Членов Камня окажутся куда опаснее, чем можно себе представить. Опять Матрица. Кто-то предпочел бы, чтобы история наших героев на этом и закончилась. И дверь подвигом закрылась бы для них навсегда. Но с дверьми всегда так. Закрывается одна, открывается другая. Нет! Стоп! Остановите его! Ты за это заплатишь! О! Опоздали. Черт. Осторожно! Дороги! Бум! Все цело? Everyone okay? Чего я только не пережил. В основном ему пришлось подземелье ему лицу. Нам надо найти Сорана. Да. I still can't figure out how Ivor made the door close. Maybe we should focus more on how it opens. That's basically what I said. Guys, sure. Maybe it was a pressure. Вау, выглядишь неважно. You don't look so good. А я и не стремлюсь к важности. You know what I meant. Да не об этом. Ты же... Да, к сожалению, понимаю. Ты ранен? Не пугайся и не впадай в панику. Я такое уже увидел. Все будет в порядке. Это очень, очень больно. Пройдет. А? Извини, я иногда плохо воспринимаю, но послушай, Джесси. Придет время, и я поделюсь с теми, кто захочет узнать. А пока, надеюсь, ты будешь держать язык за зубами. Эй, народ, у меня идея. Хорошо. Магнус, на помощь! Классная идея. Ладно. Ну, у меня еще одна идея. Будешь звать Эдгар? Нет, больше не буду. Они не вернулись. Не вернутся. И мы потеряем... Они нас не бросят. Даже если бы захотели. Тем более, что у нас есть... Вот это! Опа! Камень... Кремна? Не понимаю. Но это то... Я не то хотел вытащить. Погодите. Вот. Вот! Их цвета тускнеют, они удаляются от нас. Дай посмотрю. Что сломают, ведь, а? У тебя какие-то проблемы? Хочу посмотреть.
Для этого не обязательно его трогать. Ну у тебя нормально, все работает. Сломают ведь. Белый. Сорен! Сорен! Где-то рядом. Сорен? И правда, это он. Скорее, Джесси, найди его. Пошли к нему. Где он? Так. Следуйте за белым сиянием. Пошли. О, увеличивается. О, усиливается. This is the spot. It has вот to be. Нужное место должно быть. Maybe. Может быть. This is definitely точно, вот оно. Get ready to dig, people. Готовьтесь, будем копать. Копать? Кто знает? We might end up digging until we hit bedrock. Guys, we're not нужно really копать здесь. This. We're digging here with our hands. Руками, если after. Больше нечем. Yeah, okay. Ну да, ладно, я с тобой, Джесси. Просто хочу знать, что мы затеваем. Вот что. Зацучим рукава. Круто он ударил. А что, тогда за дело. Фигачить будем сейчас. Со всей силы, со всей дури. Это камень или кремень? Кремень, говорю, это... Гравий. У, как глубоко. Эй, ты куда полез? Нету его здесь. А, смотри, подземелье какое-то. Are we cool? Все путем. It's a hole. Тут дыра. Does that mean we're значит, cool? Все путем. I'll find сейчас out. Выясню. I guess that makes sense. You dig, you get a hole. Не будем же... У. Господи ты боже мой, что там сзади? Looks pretty good. По-моему, неплохо. Темновато, правда, но в основном ничего. Heading down. Вниз. Don't look up. Не смотри вверх. Мне надо собраться с силами. Опс. Слышишь? Do you hear that? Seriously? Знаешь что, если ты дурака валяешь, something's not right. Что-то не так. Мыши! Мыши! Это же мыши! Чего? О, бежим, бежим, бежим! Давай, бей их! Бей, бей, бей! Быстрее, быстрее! Долби, долби нафиг! Колбасик, колбасик! Я его тронул! Я его тронул! Улетели. Фу. Нам повезло. Блин, что за... Ладно, теперь безопасно. Более-менее. Сласти. Кто слазит? Лукас. Первый. Самый крутой, да? Самый последний. Чё ты, дружок? Everyone okay? Все целы? Just slipped. Я поскользнулся. Что это за запах? Думаю, по-научному называется экскременты. Вот на чем я поскользнулся. Ха-ха, шутка. Видишь, Джесси? Да. Че, герой, что ли, самый, да? Почему я должен вести? Ладно, пошли. Пошли, пошли, пошли. Ух, Сорен. Держись рядом, дружок. Боится. Так. Что-то нашли. Вау! Охренительная пещера. Ё-моё! Вау. Щец. Вот это круто. А как туда сейчас? О! Ох ты! Нужно выбраться отсюда! Что? Нужно выбираться отсюда! Мы же только что сюда пришли. Ты не понимаешь, это дробилка. Это дробитель! Дробитель? Вау. Они нужны. Проблема в том, что они... Откуда взялся дробитель? Это не просто дробитель. Какой-то очень уж необычный. Наверное, работа Сорена. Скорее всего. Сзади, кто там? Криперы! Блин! Что сейчас будем делать? Криперы! Что будем делать?
Захерачило. Блин, я не получилось на меня ударить. О, дорога. Ты смотри, удачно пробили. И там, похоже, Соран. Вот он внизу. О, вода. Блин, потеряли. А, можно было поймать. Черт. Можно было поймать. Где-то внизу. Но он не пропал. Не разбился. Неужели это... амулет. Yes. Да. Мог поймать ведь, наверное. Wait, стой! Что ты? Хочешь прыгнуть? You're going to jump, aren't you? Нужно сделать кувырок. You're not going to jump. Just tuck and... Главное, сделать кувырок. А как его сделать? Крипер. Бабах! Нормально бахнул. This one's mine. Это мой. Бабах! О, круто! О, пауки пошли! Пошли пауки! Сейчас. Дальше продолжаем. Выдержим, нет? Зомби! Откуда здесь зомби, блин? Джесси, пригнись! Ай! Успел. Кто хочет еще? You're asking for more? Я еще хочешь получить? Джесси! Джесси! Hey, ugly! Ох, ты! Watch out! Осторожно! Черт! Ай! Успел! Фу! Hey, Bonehead. Эй, черепоголовый, к тебе обращаюсь. Anytime now, Jesse. Всегда, пожалуйста, Джесси. На тебе. Круто я вас всех. Молодцы, ребят, хорошо, слаженно работаете. Вперед. Хай-я! Хай-я! Где амулет-то, блин? Он не так далеко упал, по-моему. О, как много. Сейчас придется убиваться, наверное. Кто поможет? Держись! Удержались. Нормально все пока. О, у меня удочка есть, откуда? Рубин, подожди! А удочка откуда у меня взялась? Рубен, ты куда? Сзади! На им двоим сразу! Колбас, расколбас! А, бабах, ты чё? Джесси, incoming! Джесси, бегись! Нифига себе, бомбочки. О, это было больно. Амулет! Вот он там! Еще ниже. Черт. Не успеваем. Откуда здесь этот... О, нет! О, на краю, на самом. Надо было, блин. Надо было помочь Рубену. Ну ладно. Поможем. Не успел я это сделать. Надо было все-таки сделать это. Ну же, давай, иди к Джесси. Давай, постараемся, ну. Есть, получилось. О, еле-еле, но мы сделали это. Что остальные? Блин, зря, наверное, я... Черт, как это много. О! Спасаем всех. Вперед!
нате! А, герои некогда идут сзади! Крипер! Сломать! О, да, сломал. Отлично сломал. Все живы-здоровы? Хорошо. Паук запарил, уходи отсюда, паук! Ех, не успел! Черт, дальше-то что? Рубен! Рубен затянул, всех затянул нафиг. В дробилку, да? О, упали. Блин, откуда столько воды здесь? Похоже, я пришел в какую-то комнату. Это хорошо. Сундук? Ух ты, а тут какое-то производство, прикольно. Офигительно круто. Вау. Вот и ребята. Привет всем! Все целы? По крайней мере, пить расхотелось. Мы в порядке. Опять на него. Нет, не волнуйся, я в полном порядке. Зачем? Ох ты, еле упал, извини. Отлично, ты. Помни, миссия превыше всего. Даже превыше друзей. Друзья много, значит. Не сомневаюсь, но в подобных ситуациях сентиментальность может выйти боком. Я нужен им. В том-то и беда, Джесси. Я уже давненько запинаю героические дела, и это для меня хлеб насущный. Но скажу тебе так, несмотря на все плюсы, чаще всего героям приходится есть свой хлеб в одиночку. Ну-ну. Лукас, может, у нас и бывали разногласия, но ты вроде бы парень неплохой. Спасибо, Аксель. Нет, тебе спасибо. Пойду-ка я осмотрю. Спасибо, что спас Рубена. Ну да, помог. Ну все одному тебе делать, да? Правда? Вот я и говорю, спасибо. Джесси? Что? Амулет. О, где-то рядом Сорен. Сорен должен быть неподалеку. Опа, что, куда он делся? Это шутка такая. Похоже, это снова дробитель. С трюфелями. Скорей! Ох ты, черт. Как вас много опять, а? Друг друга бьют. Все справились. Молодцы, ребят. Не останавливайтесь! Аксель, бегись! Вот я урод! Еще один сзади. А, тоже хочешь получить? Я сейчас, дружище! Вот тебя! Получи, паук! Терпеть не могу две вещи. Бегать и иметь дело с монстрами. Вот. Черт. Портал края. Это выход. Постой. Что это? Смотри. О нет. Габриэль. Прочь от него. Вот вам, монстры. Кажется, я неплохо набил руку. О, там еще трое. Here we go. Вперед!
Прыгай! Фу. О, в мир края пришли. Круто. Ого. Ну, отлично. Все лучше и лучше. Где Аксель? Он ушел за мной. Клянусь, я не специально. Слезь! Вот черт. Тебе больно? Что? Неправда, смотри. Край. Опс. Опс. Не смотри в глаза ему. Не смотри ему в глаза! Прячьтесь! So, ну и как это называется, толпа странников края? Herd of Endermen? Flock? Главное не смотреть на них. As long as we don't look at them, we'll be fine. Все будет нормально. Yeah. Да. Yeah. We might wanna hold Давайте off on the отложим урок правильной речи на потом. Headed, в каком направлении идти, Джесси? Что-то он выделывается. Край у него не действует. Отлично. Сначала в ловушку угодили, теперь заблудились. Отлично. Сначала... Если спаслись от... По крайней мере, мы живы. И здоровы. Ну да, никто, не каждый. Да. Нужно просто продолжать путь, пока не доберемся до стороны. Признайся, Джесси, мы, может быть, никогда не найдем этого парня. Вот он! Куда он направляется? Это все-таки произошло. Сложно сказать. Лестница — это что-то новенькое. Нужно идти. Народ, следуй за мной. Со соратниками края я справлюсь. I'll protect you. Отлично, мы пойдем следом. Что-то мне эта идея не нравится. Actually, you know what? Знаете что, я пойду. Give me a chance. Дай мне шанс. Follow me. Все за мной. Блин, надо было... Извини, я не успел. Извини, Лукас. Я не специально, Лукас. Прости меня. Прости меня, Лукас. Я хотел тебе помочь, но, блин, не получилось у меня. Продолжай в том же духе и сможешь представить меня публике во время следующей... Если он будет продолжать в том же духе... Ха-ха-ха! Свежо предание. Главное, нам удалось. Извини, Лукас, я хотел тебе помочь, но... Не каждый раз. Поторопился я со своими выводами просто. Let's go. Пошли. Надеюсь, в один прекрасный день я полюблю что-нибудь так же сильно, как Сорен любит свои лестницы. Он устал. Болеет, устал. Наш общий друг. Джесси, нельзя ли немного сбавить шаг? Нужна помощь? Need a hand? Me? Мне? Не смеши. Правда, все нормально. Прошу прощения, уже все, можно идти дальше. Ну так бы сразу. Лукас, извини, еще раз. Что это? So many stairs. Так много ступеней. Тут лестница. Надеюсь, она не длинная. Джесси, думаю, эта часть принадлежит тебе. Честь. Ну что ж. Полезли. Что делать?
Не так и страшно, как поначалу казалось. Все намного проще. Так, открыть люк. Открыть люк. Ух ты, красиво тоже, а. А смотри-ка, тут деревья. О, тут его родина, что ли. Круто. Нормально так выглядит, да? Что видно? Please don't say more stairs. Тут так красиво! Охренительно просто. Это самое прекрасное место из всех, что я видел. Как ярко! Это мое тело, Аксель. Мое измученное тело. Секундочку. Дерево. Это не похоже. Выглядит странно. Я снова вижу. Дотронуться. Какого? Это же из шерсти. Дерево, трава, все из шерсти. Стало быть, мы возлагаем на этого парня все свои надежды, а он тут только искусственный рай создал. Может, он скучает по дому? Когда скучаешь по дому, не то собираешься и отправляешь туда, а не строишь. Мы зря сюда пришли. Мы пришли за Сорином. Я его гипер... Из-за его гиперпомом. И наш план... Да ты посмотри вокруг, Джесси! Величайший строитель всех времен из года в год! Только и дело, что строил этот, то что у него бомбы каких нет! Слишком много сумасшествия за один день. Ты тоже, Рубан, что ли, против меня? С ним все будет в порядке. Не надо его трогать. С ним все будет в порядке. Соберите группу вместе и найдите выход. Но я думаю, что это мы сделаем уже в следующей серии, наверное. Так что... Я пока прощаюсь с вами, до новых встреч, до новых серий. И третий эпизод наш не закончен, и мы с вами еще встретимся в этом эпизоде. Обязательно. С великим удовольствием.